Всем салам алейкум и здравствуйте, мои хорошие! Анжелика, по национальности армянка, комментатор, пишет нам такой комментарий. Почему вы говорите ваше мнение? Вы спросите у абхазов, это Грузия или у крымчан, они скажут, что это Россия. Так что останься при своем мнении и сиди на. Ну, во-первых, Анжелика армянка, мы с вами на ты не переходили, потому что я с вами лично не знакома. Во-вторых, при чем здесь мнение, девушка? Мы живем, в отличие от вас, в цивилизованном мире, где есть резолюции ООН и есть международное право. В ООН входит около 193 стран, которые единогласно друг друга поддерживают и подписывают документы, что определенная территория принадлежит определенному государству. Это вы, армяне, живете в своих несбыточных мечтах, рассказывая о какой-то великой Армении, какой-то от моря до моря. Ну где это? Это вы сегодня называете территорию Азербайджана Карабах каким-то несуществующим названием Сарсах и дошли до того, что даже правителей там поставили каких-то вымышленных клоунов, понимаете? Очень странно. Если сегодня захотят ваш Сарсах посетить, просто нет такого места, негде купить билеты и вообще как туда полететь. Так что, девушка, мы прекрасно знаем, что вы являетесь сами оккупантами. И, соответственно, такие оккупанты, как вы, будут поддерживать сторону оккупантов. Ведь вы прекрасно знаете, на самом деле, чьи территории и кому принадлежат. Вы знаете, сегодня, когда человек даже приобретает квартиру, имеет купчу на нее, и я думаю, что вам лично не понравится, если кто-нибудь зайдет в вашу квартиру, изменит номер вашей квартиры и скажет, что все, теперь эта квартира вам не принадлежит, и кто-то чужой будет жить в вашем доме. Но если вы поддерживаете это, то дай бог, чтобы у вас именно такое и произошло в вашей жизни. Так что хватит рассказывать сказки. Мы все уже знаем, с кем мы имеем дело. Карабах – это Азербайджан, Абхазия – это Грузия, Крым – это Украина. Есть международное право, есть резолюции ООН. Ваши сказки никому не интересны. Вы еще раз подчеркиваете то, что вы просто лживо распространяете информацию и поддерживаете ложь. Просто врунишки, я так скажу.